Всем привет! Вы находитесь на канале Hard Reset Info, и в этом видео я покажу, как настроить метательный раздел в игре Free Fire. Для того, чтобы настроить метательный раздел в игре Free Fire, заходим в настройки, управление, свайпаем вниз, и, как видим, есть раздел метательные. Можем сделать одиночный слот для гранат. Либо двойной слот. Но чтобы активировать одиночный слот, нам нужно выключить тогда умный бросок стены. Тогда мы можем поставить одиночный слот. И кнопка постоянной стены. Включить или выключить можем. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.